Здравствуйте! Теперь, когда мы подготовили наш шаблон, мы наконец готовы перейти к этапу написания. Поэтому пришло время активировать инструменты, которые нам понадобятся для написания семантики нашего проекта SEO. Сделать это очень просто. Достаточно перейти по указанному адресу. Здесь вы найдете сайт, подготовленный специально для вас. Это отличный ресурс, который также поможет вам узнать больше о SEOmagic и где вы можете найти много полезной информации, начиная с подробного описания курса, который вы проходите, и переходя к классической информации о нас и о том, как мы работаем. Площадка будет полезна, чтобы глубже понять философию нашей работы. Что отличает наши курсы, так это то, что преподавание для нас – это страсть. Наша главная задача – ежедневно оказывать поддержку многим веб-агентствам в Европе, для которых SEO является настоящей профессией. На этом сайте вы увидите, как мы специально для вас подготовили два вида лицензий. Бесплатная под названием Trial – эта лицензия позволяет всем, кто записан на данный курс, свободно подойти к работе над его первым проектом с использованием тех же инструментов, которые используют наши специалисты. Они – настоящие профессионалы своего дела. Вторая лицензия Professional – это решение, разработанное для тех из вас, кто после этого первого упражнения хочет продолжить свою работу и создавать множество других проектов. Прокручивая страницу вниз, вы увидите область, где найдете меня рядом с формой активации, которую вам нужно заполнить, чтобы активировать бесплатную версию инструмента. Заполнить форму очень просто. Мы только просим вас ввести точно такие же имя и фамилию, которые вы указали при регистрации на наш курс. Это позволит нам сделать короткую проверку вашего реального присутствия на мастер-классе. Также просим вас указать электронную почту для отправки вам учетных данных для входа в Wizard. Учетные данные позволят вам получить доступ к платформе, чтобы начать вторую часть упражнения, а именно написание проекта. Еще раз благодарю за внимание и жду вас на практике. До встречи!